входную часть, да? Здравствуйте. Так. Проходите. Так. Меня зовут Анна Николаевна, моя фамилия Дарина, я доцент кафедры исследования операций, и в этом семестре прочитаю вам курс лекций «Методы дискретной оптимизации». Вот. У нас с вами семестр короткий, да, в основном у четвертого курса, да, вы выпускники, поэтому там получается где-то порядка 10 лекций, значит, ну а, соответственно, с третьим курсом продолжим до конца семестра. Вот. И у третьего, четвертого курса у вас форма отчетности зачет, да, по итогам лекций. Соответственно, чтобы его получить, на занятиях вам будут предложены две контрольных работы. Ну, это не полностью, естественно, пара, это где-то, наверное, минут 20. Значит, по первой части изучения нашего курса и по второй. При успешном написании контрольной работы, соответственно, вы получаете зачет и считается, то есть курс вы освоили. Вот. Ну, а, соответственно, кто контрольную не напишет или там не придет, или не справится, тому придется зачет сдать отдельно. Вот такие у меня требования. Лекция у нас будет проходить здесь, по понедельникам, да, на пятой паре. Вот. Приходите, постараюсь рассказать вам интересный курс, полезный, чтобы он вам пригодился. Ну и, значит, вместе будем работать. Давайте по регламенту работы так. Если у вас, значит, я буду вам рассказывать материал, да, рассказывать лекцию. Если у вас прям вопрос, вот вы для себя поняли, что вы не поймете дальше, если я не отвечу на ваш вопрос. Тогда вы поднимаете руку, да, я буду все время на вас смотреть, вы поднимаете руку и задаете вопрос. Если вы понимаете, что материал хорошо усваивается, да, вы все понимаете, но есть какие-то вопросы, которые хотелось бы уточнить, тогда вы их себе фиксируете и в конце лекции задаете, да, чтобы нам не сбиваться. А то иногда получается много вопросов, и материал стоит на месте. Вот чтобы этого не было, давайте мы так с вами договоримся. Но если вопрос прямо вот нужно решить сейчас, то поднимайте руку и задаете. Так. Ну, давайте перейдем к нашей лекции. Все, у нас техника готова, да? Угу. Так, ну, как я уже сказала, методы дискретной оптимизации. Ну и, соответственно, вопрос, а что же такое у нас дискретная оптимизация? Наверное, слова оптимизация вы уже слышали не раз. Про оптимизацию можно говорить очень много, да, очень много всего в жизни нам приходится оптимизировать. Вот. Мы с вами будем говорить о дискретной оптимизации. То есть это привычная вам задача оптимизации, то есть задача поиска максимума или минимума функции, но функция теперь у нас будет определена на конечном или счетном множестве. Вот, вот в этом особенность наших задач. Значит, соответственно, конечное множество, ну, понятно, это у которого конечное число элементов. А что такое счетное множество, давайте вспомним. Значит, это множество, да, которое... То есть это... Да, множество, ну, больше нет, множество элементов, которые можно идентифицировать с множеством натуральных чисел. Да? То есть вот поставить соответствие множеству натуральных чисел. Вот такое у нас множество будет счетное. Ну и, соответственно, задача вида 1, это основные наши задачи, функция f от x на максимум или минимум, да, здесь в общем виде экстремум написан, на множестве d. Как и в задачах оптимизации, также здесь функция f у нас целевая функция, а элементы множества d – это допустимые решения. Вот в такой постановке мы будем с вами изучать задачи. Давайте немножечко по терминологии пройдемся задач дискретной оптимизации. Да? В зависимости от вида функций целевых и в зависимости от допустимых множеств у нас с вами есть различные варианты, ну и различные названия наших задач оптимизации. Вот, в частности, первая наша задача будет называться задачей частично дискретного математического программирования. Если наше множество d, о котором мы говорили, да, конечное или счетное множество d, задается системой ограничений. Здесь общие ограничения, неравенство и равенство. Вот в таком виде ограничения. Вот. И вы видите, что множество
что элементы x принадлежат множеству Rn, да, а сами элементы вектора x принадлежат подмножеству множества действительных чисел омега g, t, g изменяется от единицы до некоторого натурального числа n1. При этом, если у нас n1 меньше или равно n, то у нас задача частично дискретного математического программирования. В случае, если n1 и n совпадают, то задача называется задачей дискретного математического программирования. Вот такая терминология. И в случае, если подмножество омега у нас является, если множество омега является подмножеством множества целых чисел, да, множество z, то задача называется задачей частично целочисленного программирования. Но опять же, в случае, если n1 совпадает с n, тогда у нас задача целочисленного программирования. Вот, то есть зависит от того, на множестве каких чисел мы с вами задачу решаем. Так, теперь давайте дадим такую формальную постановку, математическую постановку, да, задачам целочисленного линейного программирования. Значит, вот рассматривается такая задача. Да, сумма по g от единицы до n c g t x g t на минимум. Вот, ограничение сумма по g от единицы до n а и t g t x g t равно b и тому, где и изменяется от единицы до m. У нас все компоненты x, g, t не отрицательные, да, принадлежат они множеству целых чисел, и мы предполагаем, что n1 меньше равно n. Да? Вот такая вот задача. Значит, соответственно, a, i, t, g, t, которые вот во второй строке у нас встретились, это элементы матрицы системы ограничений. Вот, соответственно, b – это правые части, да, и элементы матрицы ограничений и правые части условий у нас всегда целые числа. Значит, задача идет о целочисленном программировании. Вот. Соответственно, параметрами нашей задачи и будут являться коэффициенты целевой функции cgt. Вот такая формальная математическая постановка задачи целочисленного линейного программирования. Сегодня мы с вами поговорим именно вот о классификации задач, приведем различные примеры задач дискретной оптимизации, а уже на наших следующих лекциях мы изучим методы решения этих задач. Вот. Давайте сейчас поговорим об основных классах задач дискретного программирования. Какие задачи мы относим к дискретному программированию? Ну, наверное, какие-то задачи вы уже слышали, или, может быть, даже про какие-то знаете более подробно. Тем не менее, давайте про них их вспомним. Значит, одна из основных задач – это транспортная задача и ее варианты. Вот. Сейчас перечислим, а потом более подробно про каждый класс поговорим. Вот. Еще класс задач – это задачи с неделимостями. Дальше экстремальные комбинаторные задачи, задачи на неклассических областях и задачи с разрывной целевой функцией. В некоторых формулировках уже понятно, о чем идет речь. Да? Но, тем не менее, давайте по каждой формулировке мы пройдемся и поговорим. Вот сначала транспортные задачи. Значит, что про нее можно сказать? Что транспортная задача при целочисленных исходных данных всегда обладает целочисленным оптимальным планом. То есть решение целочисленное. Собственно, то, что мы ищем. Да? Мы решаем задачу в целых числах. Вот. Ну и, значит, в таких вот задачах, которые можно сформулировать как транспортные задачи, и у которых дополнительно есть вот условия целочисленности, к этим задачам можно применять обычные стандартные методы линейного программирования. Вот. Самая известная задача этого класса – это задача о назначениях. Сейчас чуть позже тоже ее разберем и рассмотрим, какие варианты этой задачи могут быть. Следующий класс, о котором мы с вами сказали, это задачи с неделимостями. Значит, это такой класс задач, да, математические модели задач, у которых переменные представляют собой физически неделимые величины.
Да? Вот, например, какие задачи к этому относятся? Это, например, планирование выпуска неделимых видов продукции, да, или использование неделимых производственных факторов. Вот. Также там, задачи распределения ресурсов и капиталовложений тоже относятся к задачам с неделимостями. Вот. А задачи сетевого планирования и управления или задачам производственного планирования. То есть все, что связано с планированием, все, что нельзя поделить, да, значит, все у нас относится к задачам с неделимостью. Ну, отсюда такое название. Так. Также мы сказали, что к классам задач дискретной оптимизации относятся экстремальные комбинаторные задачи. Значит, это задачи, где целевая функция задана на конечном множестве, вот, а элементы допустимого множества – это не выборки, ну или перестановки из N элементов, из N объектов. Вот. К примерам задач, значит, это задача о коммивояжере, о ней более подробно сегодня тоже поговорим, и задачи теории расписаний. Ну и различные задачи вот в такого же плана, как и эти две. Все это относится к экстремальным комбинаторным задачам. Вот. Также мы с вами сказали, что... А, вот да, еще про комбинаторные, да, то, что, значит... При решении таких экстремальных комбинаторных задач часто используются булево-переменные, да? То есть когда значение, когда переменные x принимает значение либо 0, либо единица. Соответственно, единица, если какое-то условие выполнено, 0, если это условие не выполнено. Да? Вот. Ну и как пример задачи, это вот, ну, задача выбора, да, одного из возможных вариантов действий. То есть... единицу мы будем давать значение, если мы действие выбираем, и ноль, если мы отказываемся от каких бы то ни было действий. Вот так используются у нас булево-переменные в экстремальных комбинаторных задачах. Следующие задачи на неклассических областях. Ну, здесь такое название за себя говорит, да? Вот, то есть у нас задача будет, значит, нахождение экстремума, целевая функция у нас будет линейная, а вот сама область будет какая-то невыпуклая или не связанная, да, то есть какая-то неклассическая область. Вот, и часто такие области задаются условиями либо-либо, либо там, либо здесь, либо так, да, вот такого плана. То есть само за себя название говорит, неклассические области. Ну, не, так, не те, к которым мы привыкли. Так, дальше. Последний класс, о котором мы с вами сказали, это задачи с разрывными целевыми функциями. Да, значит, соответственно, здесь тоже название говорящее, да, целевая функция. То есть это как бы обратное к предыдущей задаче. Там у нас была целевая функция линейная, а множество было не очень хорошее, да, не очень привычное, скажем так, не классическое. А здесь наоборот у нас с вами. У нас множество будет выпуклый многогранник, с ним все будет хорошо, а вот целевая функция не будет непрерывной. Да? Вот, например, такой вот пример неоднородной разрывной линейной функции. Да? Значит, это сумма по g от единицы до n, c житое от x житое, где c и d, c житое от x житое задаются вот таким вот условием. 0, если x житое равно нулю, и линейная комбинация c житое x житое плюс d житое, да, при условии, что x житое больше нуля. Вот пример такой разрывной функции. Ну и какие же задачи практически относятся вот к этому классу. Вот, например, учет в моделях постоянных затрат, да, которые должны быть произведены независимо от объема производства. Вот примеры таких практических задач, которые относятся к данному классу. Так. Ну и, значит, нужно сказать, что и задачи с нестандартными, с неклассическими областями, и задачи с разрывными целевыми функциями, они могут быть сведены к задачам частично целочисленного линейного программирования. Для этого требуется введение дополнительных переменных, ну, как правило, булевых, да, потому что как раз у нас будут условия либо 0, либо 1. Здесь будет удобно их вводить. Вот, поэтому их можно свести туда.
Ну вот, это были основные классы задач, о которых мы с вами будем говорить. А теперь давайте рассмотрим поподробнее уже конкретные примеры уже конкретных задач, которые пришли в математику, да, из нашей жизни. И, соответственно, они имеют такое название жизненное, скажем так, да? Но, тем не менее, все эти задачи имеют формальную математическую постановку. И мы с вами будем говорить и о формальной математической постановке, а также будем говорить, то есть интерпретировать, скажем так, данную постановку. Вот, наверное, многие слышали, да, может быть, даже и знаете эту задачу. Задача о рюкзаке, или ранце ее называют. Да? То есть это задача целочисленного линейного программирования с одним ограничением. И задается она условиями, соответственно, сама задача номер 2, да, условия номер 3 и номер 4. Вот. Значит, в целевой функции сжитые у нас положительные целые предполагаются, также коэффициенты а и тжитые у нас положительные целые, так же, как и правая часть. Вот такая формальная постановка. Давайте мы попробуем ее интерпретировать. Да? То есть, что здесь написано? То есть, фактически написано что? Что у нас с вами есть рюкзак, да, и у нас с вами есть набор предметов, которые мы хотим упаковать в этот рюкзак. Соответственно, нам нужно упаковать как можно больше вещей, да, вот. Ну и при этом мы этот рюкзак должны все-таки унести, и он должен быть там полностью заполнен. Вот такая задача с такой формальной постановкой, да. Вот. Ну вот то, что я вам уже сказала, интерпретация задачи. То есть у нас есть, да, теперь более подробно я вам так описательно рассказала, более подробно. То есть у нас есть n неделимых предметов, соответственно, их стоимость, да, c1, cn и вес a1, an. Да? Соответственно, нам нужно так упаковать рюкзак, чтобы его вес не превышал заданную величину b, вот, а суммарная стоимость упакованных предметов была максимальной. А вот такая у нас задача. Вот. Ну и, соответственно, чтобы, да, записать формальную постановку, мы вводим переменные xжитые, это количество упакованных предметов, и получаем задачу вот вида 2,4, ту самую, которую мы с вами записали. Так. Значит, обратите внимание, в задаче о рюкзаке, в общей такой классической постановке, условие 3, оно записано в виде неравенства. Да? То есть это не строгое условие. То есть не более, да, меньше или равно, не более, чем b. Эту же задачу можно поставить с ограничением равенства, с ограничениями равенствами. То есть условие будет строгое равенство, то есть ровно b должно быть, то есть, да, полная загрузка рюкзака должна быть грузоподъемностью b, да, то есть ровно. Такая задача тоже может быть. Так, ну и, соответственно, наша исходная задача может быть сведена к задаче, задача о рюкзаке может быть сведена к задаче с ограничениями равенствами. Да? Ну, для этого нужно ввести дополнительную, неотрицательную, целочисленную переменную xn плюс 1, да, которая задается как разность между грузоподъемностью и, соответственно, тем, что нужно упаковать в этот рюкзак. Вот. Тогда у нас получится задача с ограничениями равенствами. Как одна из разновидностей задачи о рюкзаке, это задача у нас о бинарном рюкзаке. То есть речь идет о том, что у нас рассматриваются не просто, то есть x не просто целые числа мы рассматриваем, а рассматриваются переменные x, которые принимают значение либо 0, либо единица. Да? Вот. Соответственно, как это интерпретировать? Единица, если мы кладем предмет в рюкзак, и 0, если предмет в рюкзак мы не кладем.
Да? Вот. И тогда задача наша 2-3. Давайте я еще раз верну. Вот она 2-3. Но с условием теперь не 4, а с условием 5, вот о котором мы с вами поговорили. То, что xgt принимает значение либо 0, либо 1. Такая задача будет называться задачей о бинарном, или иногда можете встретить такое название 0-1 в рюкзаке. Да? Ну, то есть как раз подчеркивая, что либо 0, либо 1. Вот, значит, здесь обязательное есть дополнительное условие, да, что вот оно написано: сумма по g от единицы до n, житая больше b, которая говорит, что все предметы в рюкзак упаковать нельзя. Не получится все предметы. Вот, а множество d здесь будет множество n-мерных булевых векторов. Да, и компоненты этого множества 0 и 1 будут удовлетворять условие 3. Ну, а мощность множества, да, то есть количество элементов множества D, будет у нас 2N. Вот такие разновидности задачи о рюкзаке мы с вами будем рассматривать и научимся их решать различными методами. Вот. Обобщением задачи о рюкзаке является задача о многомерном рюкзаке. Я прошу прощения, в формуле 6 b и t должно быть. Да. Я подправлю, и все будет точно. Задача о многомерном рюкзаке. Да? Вот. Это обобщение наших задач. Вот, соответственно, вот таким образом она будет выглядеть. Так, ну и... Да, слушаю. Так, сейчас, секунду. Нет, рассмотрели задачу о бинарном рюкзаке, да, и там, соответственно, либо берем, либо не берем, либо 0, либо единица. И, соответственно, эту задачу мы обобщили на многомерный рюкзак. Нет, можно и исходную задачу обобщить на многомерный рюкзак. Тоже есть такая формулировка. Ну, здесь просто вот имеется в виду про бинарный рюкзак. Да. Так, соответственно, задача о многомерном рюкзаке имеет экономическую интерпретацию. Вот давайте ее тоже, на нее тоже посмотрим. Да? Значит, пусть у нас имеется N проектов различных. Вот, ожидаемая прибыль от этих проектов составляет, значит, C1 и так далее, CN. Вот, пусть задан вектор ресурсов. Это вектор B с компонентами B1, BN. Причем все компоненты положительные. Да? Вот. Значит, и, соответственно, количество единиц ресурса типа I, которое необходимо для реализации проекта с номером G, мы обозначаем A, I, T, G, T, и оно тоже у нас положительное, да, все эти элементы положительные. Вот. Также для любого ресурса I выполнено условие, вот оно сверху, да, сумма по G от единицы до N, A, I, T, G, T больше B, I, T. То есть реализация всех проектов невозможна. Вот. И значит, задача состоит в том, что требуется выбрать набор проектов с максимальной суммарной прибылью. Да? Вот. Соответственно, здесь также мы вводим переменные, булево-переменные, то есть xgt у нас единица, если проект реализуется, проект g, и, соответственно, 0 в противном случае, если он не реализуется. Вот. Ну, а множество допустимых решений, да, это множество булевых векторов, которые удовлетворяют условиям 6. Условиям 6, да, вот они наши условия 6. Вот такая экономическая интерпретация. Давайте ее продолжим. Значит, да, значит, такие задачи, да, задачи о рюкзаке с ограничениями и неравенствами всегда имеют допустимое решение, например, нулевое. Оно есть всегда.
Вот. Ну и, соответственно, это допустимое решение можно получить, если мы отбросим условия целочисленности. Вот. Ну а для задачи о бинарном рюкзаке мы можем заменить наши условия 5. Давайте посмотрим на них еще раз. Вот, заменить условия 5, условия о том, что x житое принимает значение 0 и 1. Значит, соответственно, на ограничение, то есть сказать, что у нас переменная x житое изменяется от 0 до 1. Вот. Ну, тогда мы получим с вами задачу линейного программирования, а потом не целые значения xgt, которые найдем, решая эту задачу, мы с вами округлим в меньшую сторону и получим решение, целочисленное решение задачи. Ну вот. Что-то не так? Опечатка, да-да-да, я тоже заметила, да, извините, сколько раз не перечитывать, все равно попадаются какие-нибудь, потом только вот на лекции заметно. Это исправлю и, да, извините. А? В заголовке. В многомерном рюкзаке должно быть пропущена буковка. Да. Так, следующие примеры задач, которые мы с вами рассмотрим, это задачи об упаковке. Так? Значит, ну или если более такое подробное название, задачи об упаковке, в контейнеры. Да? То есть у нас с вами задано некоторое число Q, задан набор из N положительных действительных чисел. Так? Значит, соответственно, на множество L, множество положительных действительных чисел, нужно разбить на наименьшее возможное число подмножеств, так чтобы сумма чисел в каждом подмножестве не превосходила заданного положительного числа Q. Вот такая задача. Соответственно, мы можем считать, что Q равно единице. Да? Элементы множества L из интервала от 0 до 1, да, и также сумма всех элементов множества L больше 1. Вот такая задача. Значит, в чем интерпретация такой задачи, то есть в чем состоит задача об упаковке, если уходить от четких математических формул, да, то заключается в том, что нам нужно упаковать предметы с разными размерами, а то вида омега-1 на омега-n, да, в единичный контейнер. Вот что нужно сделать. То есть фактически задача очень похожа на задачу о рюкзаке. Тоже речь идет об упаковке, но здесь немножко другие условия. Да? То есть здесь у нас единичный контейнер и предметы разного размера. Ну вот задача, что можешь сказать, что задача об упаковке – это частный случай задачи маршрутизации. То есть минимизация количества используемых транспортных средств. Вот так вот тоже эту задачу можно интерпретировать. Так, ну мы с вами переходим от такой вот описательной части к математической постановке задачи об упаковке. Значит, что у нас получается? Да, вот из интерпретации задачи мы можем сделать вывод, что допустимым решением задачи является такое решение, в котором в каждый контейнер, при котором в каждый контейнер помещается один предмет. Да? Вот. И, соответственно, у нас с вами n таких контейнеров. Тогда, чтобы нам записать постановку задачи, мы вводим с вами переменные y житые, опять же, принимающие значение либо 0, либо 1, то есть 1, если житый контейнер занят, 0 в противном случае. Вот. И вводим переменные x и t житые, соответственно, единица, если и предмет помещен в житый контейнер, и 0 в противном случае. Да? Вот такие допущения мы с вами вводим, и тогда задача об упаковке принимает вид, значит, вот, уже такой математическая постановка у нас с вами, и вот он вид задача у нас
сумма по g от единицы до n, yg на минимум, да, то есть нам минимизировать надо, при ограничениях 7 и 8, ограничения как раз на размеры, на веса нашей упаковки, наших предметов. Значит, как мы ввели с вами, x, y, z, 0 или 1, y, z тоже 0 или 1, булевые переменные. Вот. Соответственно, условие 7 – это ограничение на вместимость контейнера, а равенство 8 гарантирует нам, что каждый предмет помещен ровно в один контейнер. Вот такая задача тоже относится к задачам дискретной оптимизации, задача об упаковке. Так, еще один вид задач – это транспортная задача с фиксированными доплатами. Значит, будем мы с вами рассматривать задачу организации перевозок одного груза. Вот у нас с вами есть m пунктов отправления, то есть m поставщиков, да, и n пунктов назначения, то есть n потребителей. Нам нужно с вами распределить грузы. Да? В смысле, распределить один груз мы с вами переводим. Вот. Значит, соответственно, предложение итого поставщика составляет А и Т, а спрос житого потребителя Б житое. Но при этом должно быть достигнуто равновесие, да, то есть все должны быть довольны у нас с вами. Поэтому у нас выполняется вот такое вот равенство. Сумма по И от единицы до М А итого равно сумме по G от единицы до N Б житого. Так, соответственно, затраты, которые мы несем на транспортировку x единиц груза от поставщика, да, с номером I до потребителя с номером G, составляют вот такую вот величину C и T, G, T от x. Это 0, если x равен 0, ну, понятно, если ничего вести не надо, то и, соответственно, ничего не тратим. И линейная комбинация, нам она с вами уже встречалась в качестве примера, вот здесь вот она как раз используется. C, T, G, T, X плюс D, T, G, T, если X больше нуля. Вот. Значит, соответственно, как интерпретировать эти переменные, почему такая линейная комбинация? Значит, C, T, G, T – это стоимость перевозки груза, определяется различными факторами, например, расстоянием между пунктами, да? Как вариант. Вот. А D и T, G, T – это затраты, которые по-разному у нас возникают. Например, там, аренда транспортного средства, там, бензин, да, еще что-то связанное с амортизацией машины, да, и так далее. То есть все, что угодно, только то, что не зависит от объема перевозок. Это все у нас включена в затраты D и T. Соответственно, и получается вот такая вот линейная комбинация. Да? То есть там стоимость у нас будет, стоимость перевозки единицы груза, но умноженная на количество этого груза, плюс всякие издержки на перевозку, которые уже не зависят от объема перевозок. Вот. Ну и, естественно, перевозку надо организовать так, чтобы суммарные затраты были минимальны. Да? Это очевидно. Ну и в итоге мы с вами приходим к задаче 9-12. Да, вот. Это транспортная задача у нас с вами. Значит, но чтобы к ней прийти, нам нужно еще ввести переменную, да, то есть ту самую, то, что мы будем искать, неизвестную нашу. Это количество единиц груза. Вот, обозначим ее x и t, g, t. Ну и тогда наша транспортная задача будет являться задачей математического программирования с неоднородной разрывной линейной целевой функцией. Вот такая вот будет сложная задача. Тем не менее, мы ее математическую постановку можем записать. Значит, 9 – это, собственно, задача, и 10, 11, 12 – это ограничения. То есть все условия, которые мы с вами проговорили, все они в виде формул у нас с вами записаны. 10, 11, 12. Вот. Такая задача называется транспортной задачей с фиксированными доплатами. И иногда можете встретить такое название, как неоднородная транспортная задача.
А в случае, если мы с вами издержки, да, на, вот, на, там, на бензин, на амортизацию, вот эти все издержки, да, постоянные Д, И, Т, Ж, Т, что мы ввели, если мы это не будем учитывать, ну, по каким-то причинам мы можем, допустим, это не учитывать, тогда мы с вами в этой же постановке, только у нас в девятой формуле, да, вот у нас спрятано С, И, Т, Ж, Т, давайте я еще раз верну, вот оно, соответственно, в... С этим житом не будет слагаемого D. И такая задача будет, называется классическая транспортная задача, в которой вот не учтены дополнительные переменные, дополнительные издержки. Вот, вот такая задача, такой пример тоже относится к задачам дискретной оптимизации. Теперь давайте попробуем свести нашу задачу, которую мы только что сформулировали, задачу 9-10, к задаче частично-целочисленного линейного программирования. Так, для этого мы с вами введем переменную дополнительную m и t житое, то есть это будет минимум из а итого и б житого. Вот. Также введем переменные y и t житое, опять же по принципу булевых переменных, то есть и равно единице, если у нас x и t житое больше нуля, и 0 иначе. Так? Тогда у нас получится задача как раз частично целочисленного линейного программирования. Вот она будет, двойная сумма написана, можете видеть. Ограничения будут 10, 13. Ну, 13 у вас перед глазами. Давайте еще раз верну. Вот 10, 11, 12, 13. Все эти ограничения сохранятся. Вот. И такая задача будет эквивалентна исходной задаче. То есть с помощью дополнительных переменных, да, мы с вами свели задачу, транспортную задачу, свели к задаче частично-целочисленного линейного программирования. Так, значит, ну и, соответственно, любую задачу математического программирования с неоднородной разрывной линейной целевой функцией можно свести к... к задаче частично-целочисленного программирования, если ввести дополнительные ограничения на переменные. Вот они ограничения, где xjt от нуля изменяется до mjt. Mjt, я напомню, это максимум из а итого и б житого. Вот таким образом мы свели к задаче частично-целочисленного линейного программирования. Так, еще один вид задач. Я уже тоже говорила, что мы попозже поговорим. Вот как раз мы к этим задачам и пришли. Это задача коммивояжера. Так, еще одна опечатка тоже, извините, пожалуйста, да. Это не R, а это K. Да, просто это не тот расклад. Я обязательно поправлю и вам уже передам без ошибок. Так, значит... Слышали, наверное, такую задачу, да, задачу коммивояжера. Значит, еще ее называют задачей о кёнигсбергских мостах, да, когда нам надо, когда у нас, ну, в данном случае коммивояжер, выезжая из одного города, должен посетить несколько других населенных пунктов, причем он может в каждом побывать по одному разу и потом вернуться обратно, но при этом длина пути должна быть как можно меньше. Да? Изначально задача о мостах в городе Кёнигсберг, ныне это Калининград, 7 мостов, да, и нужно было объехать мосты, так, и вернуться обратно, задача состояла в том, что можно ли объехать все эти мосты так, что, посетив каждый мост ровно один раз, переехав, да, один раз, и вернуться обратно, вот, ну, просто хотя бы проехать. Так вот, такая задача не имеет решения на самом деле, да, нельзя так проехать. Вот, мы про эти задачи с вами поговорим
на следующих лекциях. А сегодня вот поговорим о задаче коммивояжера. То есть здесь у нас будет задача именно оптимизации. То есть нам надо просто проехать, каждый раз посетив один раз только город, вернуться обратно в исходную точку. Это первая задача, о которой мы с вами поговорим. И длина маршрута при этом должна быть минимальной. Вот. Значит, давайте мы будем считать, что у нас все пункты, включая начальные, перенумерованные, и их n штук. Вот. Соответственно, расстояние от пункта I до пункта G мы с вами обозначим C, I, T, G, T. Вот. Значит, соответственно, изначально полагаем, что C, I, T, G, T равно бесконечности. И смысл в этом в том, что коммивояжер не может оставаться на месте. Он все время должен куда-то переезжать. Он не может стоять на месте. Вот. Дальше мы с вами определим квадратную матрицу размерности n с элементами c, i, t, g, t. И будем считать, что эти элементы не отрицательны. Так, у нас с вами должен быть перерыв сейчас, я так понимаю, да? Так, мы перерыв делаем? Давайте, тогда 5 минут перерыв, потом продолжим. Да. Во-первых, где можно будет найти... Вот молодой человек ко мне подойдет после, и мы договоримся, где я их либо выложу, либо буду размещать. По этой лекции, которая прошла, или без всего курса? Хотелось бы заранее подготовиться к лекции и видеть слайды. Вот это не обещаю, потому что для меня это новый курс, я читала, но вам приходится, из-за того, что у вас меньше лекций, мне приходится немножечко изменять, поэтому я не могу слишком вперед сделать. Я поняла, постараюсь. Да, я скажу в следующий раз, скажу уже. Дальше мы будем, сейчас у нас будет просто первая вводная лекция, а дальше мы будем делать 45 минут теоретического материала и 45 практического, лекция-семинар, вот так вот вместе. Вот. И, соответственно, вот по тем задачам, которые мы будем решать, по подобным будет контрольная. Вот. То есть это вот сейчас такая громоздкая лекция первая, такая вот... больше ознакомительная, скажем так. А дальше вот теория с практикой. И примерно 5 занятий пройдет, в конце 5-го будет контрольная, примерно. Если ничего не изменится, ничего. И в конце последнего, да. У нас всего 10, мне сказали. Вот, то есть, до апреля больше не получается. А вы с 3-го, да? А, вот черт, короткий семестр, там до середины апреля. Поэтому получается только 10 лекций. Вот. Так что потом 4-й отпущу, а с 3-м буду... скорее всего, в конце 5-го и в конце 10-го занятия, да. Да, это приблизительно, если ничего не изменится, то так и будет. Да-да-да-да, мы после лекции договоримся, где можно я... Есть же какой-то ресурс, я так понимаю, на ВМК, куда можно выложить эти лекции. Меди, да-да-да-да-да. Мы сейчас, я так понимаю, просто все задачи проходим, которые будут в течение всего курса? Да. Без доказательств, без ничего? Пока просто ознакомление, введение, скажем так, первая такая. А классы, это все постановка... Дальше будем пополам. То есть на следующий раз мы будем графы уже изучать, да, и будем, соответственно, мы изучим графы и будем решать задачи на графы. Вот те задачи, из тех задач, которые мы будем решать, будет уже формироваться контрольная. Вот. Так что вот так вот. Записи? Я не знаю, вот куда выложат записи, я не знаю. Это надо спросить у организаторов записи. Эти слайды можно выложить? Я могу выложить заранее, да, но там материала больше, он сложнее. Поэтому, если хотите, немножко... Хорошо, без... А потом добавляете? Хорошо, давайте так, без проблем, да.
Нет, две. После пятой и после десятой. Ну, в конце пятой и в конце десятой. Вот так вот. Две. Там две по три задачи. И все. То есть более вероятно, что они будут выкладываться там за день или в день, когда будет лекция, или скорее после. Что, контрольные? Нет, материалы. Ну, вот сейчас девушка попросила, я читала на пятом курсе лекции, но там они их больше, и они более сложные. Поэтому я могу вам, например, этот материал загрузить. То есть я на основе тех лекций упрощаю и ввожу больше того, что, да, то, что вам нужно. Вот. Поэтому я могу тебе загрузить, например, как это, а уже потом после занятия обновлять актуальные наши версии. Если так удобно, да. Но там 16 лекций, и, как бы, я говорю, материал там сложнее. Я не знаю, у моих предшественников, может, что-то и было. Вот. Я вот в процессе, как раз я хотела за тот семестр успеть сделать, чтобы вам было проще. Но я не успела, к сожалению, поэтому... Ну, просто для меня это тоже новое. Я до этого не читала эти курсы. То есть я вот только я второй семестр фактически здесь работаю, поэтому... Вот. Между что... На медиа. Да, ну вот какой он ресурс, подскажут, как туда загружать, и я выложу. Да, я сделаю как? Я выложу лекции сразу много, и это те, которые я читала на пятом курсе. Но там материала больше, чем... просто вам, чтобы вперед было. А после каждой лекции я буду то перезагружать на новое наше, которое... У нас будет формальное ведение понятия, что такое винили, программирование, Ага, то есть у вас этого не было, да? Вы это не знаете. Понятно. А у вас третий курс или четвертый? Три. А, понятно. Я поняла. Ага, хорошо. Я вас поняла. Я тогда к следующему разу, да, тогда буду иметь в виду и в следующий раз тогда сделаю. Да, давайте. Да. Вот сейчас, если успеем, мы дойдем до физической задачи. Она такая достаточно сложная. Я постараюсь сейчас побыстрее пролистать до нее. И там, да, то есть там размещение микросхем на плате. И... Да, да, вот так. То есть просто, по сути, это чем отличается? Другие же тоже берут как-то. Здесь именно план. Ну да, здесь вот, ну, понимаете, вы, там у вас есть цельная плата, да, вы к ней там эти микросхемы в определенном количестве, вы их не можете там, грубо говоря, поменять, переставить. То есть это вот задачи, которые пошли больше из физики в математику. И математики уже делали некую модель такую, да, математическую. Я был в экономическом отпуске, а сейчас уже этот курс закрывал раньше. Выписка из студенческой карты. Да, вам перезачесть нужно. Да, нет, у меня просто в этой самой зачетке не стоит. Я ушел до того, как что-то поставить. Ну, наверное. Вам прямо сейчас нужно, и вы уйдете, да? Вы не будете ждать? Давайте. Давайте. Так, это нам надо в практику ставить, да? Спасибо. Так, дату вам какую стоит? Сегодня надо сегодняшнюю ставить. Сегодня у нас 12-е. Да, 12-е. Угу. Так, ну что, давайте продолжим. Давайте продолжим. Thank you.
Так, продолжаем. Так, давайте продолжим задачи коммивояжёра. Так, значит, как мы с вами сказали, да, у нас есть N пунктов, нам их нужно посетить ровно один раз и вернуться в исходный пункт. Поэтому наш с вами маршрут, обозначим его Z, начинается в пункте I1 и в пункте же I1 заканчивается. Да? Вот вы видите вектор Z на экране. Вот. Соответственно, длина маршрута – это сумма соответствующих элементов матрицы. C, да, матрица C, вот, и определяется по формуле, вот она, L от Z, это сумма элементов. Вот, а, соответственно, N плюс первый элемент, это есть наше и первое, потому что мы вернулись в исходный пункт, таковы условия задачи. Соответственно, если у нас D, это множество допустимых маршрутов, то мы с вами пришли к задаче комбинаторной оптимизации, а именно L от Z на минимум, Z принадлежит допустимому множеству D. Так, где можно применить задачи коммивояжёра? В каких практических задачах используется вот такая задача. Значит, это задача планирования маршрутов перевозки грузов, например, задача расчета авиационных линий, оптимизация конвейерного производства, да, вот, составление расписания работы оборудования и тому подобное виды задачи как раз вот описываются задачей, которую назвали коммивояжёром. Так, сейчас мы с вами поговорим вот о чем. Очень много задач дискретной оптимизации имеют еще дополнительную интерпретацию, дополнительную постановку в виде графов. Граф у нас с вами тоже, наверное, уже слышали, кто не слышал, то есть это такое изображение, да, у него есть вершины. Вот, например, в случае коммивояжёра мы вершинами обозначим города, которые он должен посетить. И каждая вершина соединена между собой дугой. Соответственно, дуга – это маршрут, по которому должен проехать коммивояжёр. Более подробно, что такое графы, какие они бывают, как с ними работать, мы с вами рассмотрим в следующий раз. А сейчас просто вот, значит, так, значит, такой объект, вершины, и вершины соединены между собой. Будут несколько непонятных слов, конкретно про графы. В следующий раз мы с вами объясним, что это такое. Сейчас у нас просто такая вот вводная, чтобы нам понять, какие же задачи относятся к задачам дискретной оптимизации. Так вот, значит, у нас есть граф G, он определяется вершинами V и множество дуг A. Да, поэтому мы пишем VA. Вот, соответственно, длина дуги, то есть расстояние между соседними городами, это C и T, G, T. Так вот, значит, контур, да, который включает каждую вершину цикла, каждую вершину графа ровно один раз, называется гамильтоновым контуром. И тогда задача коммивояжёра в графах может быть сформулирована таким образом. Наша задача коммивояжёра – это задача поиска гамильтонового контура, имеющего минимальную длину. Вот таким образом можно переформулировать задачу коммивояжёра. Так, значит, так, теперь, так как мы из первого города выехали, объехали все города и вернулись обратно в первый город, получается, что мы прошли замкнутый контур, да, из одной точки в эту же и вернулись. И тогда получается, что, учитывая, что у нас N городов, то у нас с вами количество допустимых маршрутов получается N минус 1 факториал. Вот. Значит, если у нас матрица симметричная, матрица C, тогда у нас получается граф неориентированный, и мы говорим о гамильтоновых циклах. Так? И тогда
И тогда у нас с вами получается, что... Здесь не записано. Да? И тогда у нас получается, что в задаче, комивояжера нам нужно найти Гамильтонов цикл. Можно ее так формулировать. Так, ну это немножечко на будущее, а сейчас мы с вами давайте сформулируем задачу комивояжера на языке математического программирования. Так, обозначим элемент c, i, t, g, t как m, c, i, t, i, t как m. M произвольно большое число. Введем переменные x, i, t, g, t. Опять же, булевые переменные 1, если дуга наша содержится в оптимальном маршруте, 0, если не содержится. Тогда суммарная длина маршрута имеет вид 14. Так, соответственно, набору переменных x, i, t, g, t соответствует граф с n вершинами. Вот, и, соответственно, дуга и t, g, t существует в этом графе только тогда, когда x, i, t, g, t равно единице. Так, и чтобы решение у нас с вами было допустимое, нам нужно, чтобы этот граф представлял собой цикл. Вот. Степень вершины должна быть равняться двум. Что это значит? Что значит из вершины только два выхода? Две дуги выходят из вершины. Вот. Так. Ну и, соответственно, условия 15 и 16 – это условия того, что у нас каждый пункт будет посещен однократно. Вот. И... то, что у нас с вами две вершины, две дуги из каждой вершины. Вот они условия 15-16. Так, ну давайте это мы пропустим, чтобы было. И в итоге мы с вами сейчас, да, в итоге мы с вами придем к задаче. Значит, к задаче математического программирования задача будет такая. Смотрите внимательно. Значит, минимизировать функцию 14, так? При условии, что выполнены условия однократного посещения городов, также, что у нас с вами выполнено условие 17, это условие того, что у нас, вот наверху оно, о том, что у нас из вершины выходят две дуги, и последнее условие 18, то, что мы с вами приняли, включается у нас дуга в оптимальный маршрут или не включается. Вот все эти условия вместе с задачей 14 дают нам... формулировку задачи комивояжера на языке математического программирования. Так, ну и сейчас мы с вами рассмотрим разновидности задачи комивояжера. Опять же, в зависимости от того, что где-то что-то мы с вами изменили, и уже от классической задачи мы переходим в общем-то, она остается задачей комивояжера, но немножечко по-другому называется, в зависимости от того, что мы с вами изменили. Вот. Значит, если мы с вами в качестве критерия оптимальности берем не общую длину пути, да, а протяженность самого, например, длинного перехода, вот, такую задачу мы назовем минимаксной. Или задачей на узкое место ее еще называют. Да? То есть у нас расстояние между городами разное, мы берем самое длинное расстояние, да, и вот это у нас будет критерий оптимальности. Вот. То есть нам надо минимизировать максимальное, да, вот она у нас, задача у нас будет минимаксная, минимизировать максимальное расстояние. Ну или другими словами, задача на узкое место. Вот. Соответственно, математическая формулировка, вот она, максимум, да, то, что я вам сказала, минимизирую максимум, вот, при тех же самых условиях, что и были. Поэтому эта задача остается задачей комивояжера, но только немножечко изменили требования, изменили мы здесь условия оптимальности. Так, теперь смотрите, что сделаем. Теперь мы
убираем условия однократного посещения каждой вершины. Теперь нет этого условия, мы в эти вершины можем, в эти города можем возвращаться сколько угодно раз. Так, и, но условие, то, что маршрут посещений, да, суммарный маршрут должен быть минимальным, мы оставляем. Вот. Тогда у нас получается задача такая, что мы ищем маршрут наименьшей длины, включающий посещение каждой вершины графа хотя бы раз. Нету строгого, а хотя бы раз. Такая задача будет называться общей задачей коммивояжера. Вот, значит, ну, давайте здесь, вы уже когда в следующий раз мы узнаем, что такое графы, мы вернемся и к этим определениям, и я вам поясню, что здесь еще написано. Вот. Есть еще так называемая открытая задача коммивояжера. В этой задаче не предполагается возвращение в исходный пункт. То есть уехали, города объехали, вот в какой последний приехали, там и остались. Да? Вот такая задача, открытая задача коммивояжера. Вот. Так, ну, здесь мы с вами даже длину маршрута можем посчитать, сколько у нас маршрутов. Так, давайте перейдем дальше. Вот то, что я вам говорила, да, значит, иногда у нас задачи вообще задачи дискретной оптимизации, которые мы с вами формулируем, можно привести к задачам целочисленного программирования, применять к ним методы численные для решения этих задач. Вот. Среди этих методов есть так называемые сетевые методы, да? Есть какие-то эвристические методы, есть методы динамического программирования. Все эти методы можно применять для решения задач. И мы как раз на наших занятиях эти методы будем рассматривать, вот, и учиться их применять, ну, каким-то примером, каким-то модельным задачам. Вот. Так вот сейчас мы как раз об этом и поговорим, да, то есть как нам интерпретировать задачи целочисленного программирования. Давайте мы рассмотрим задачу вида 19-21. Да. Здесь уже немножко по-другому формулируется задача. Значит, скалярное произведение c на x нам надо минимизировать. Условие у нас ax равно b. Также у нас условие неотрицательности, да, мы говорили об этом, и условие целочисленности на переменную x. То есть у нас задача в целых числах. Вот. Ну и, соответственно, все элементы, которые мы здесь перечислили, и элементы вектора c, элементы вектора b, и коэффициенты матрицы а, все это у нас целые числа. Так, теперь что мы сделаем? Давайте мы будем строить граф. Значит, каждой вершине графа будет соответствовать вектор v, который находится как ay. А это у нас элементы матрицы А. Вот они, да, здесь из, в 20-й формуле матрицы А. Вот. И есть у нас некий n-мерный вектор y с целыми неотрицательными компонентами. Так, соответственно, есть у нас еще вершины v штрих, которые находятся как а, y штрих. И они соединены между собой, две эти вершины, дугой cgt. Вот. Получается, что у нас с вами граф содержит вершину, которой соответствует нулевой вектор и вектор b. Но вектор b соответствует только при условии, что множество допустимых решений у нас не пусто. Вот. Значит, давайте, пусть у нас, значит, p ориентированный путь из вершины, ну, из нулевой вершины в конечную вершину b. Что значит ориентированный? Ориентированный, что мы можем передвигаться только в одну сторону, да? То есть у нас указан четко от вершины, например, 0 к вершине 1. А вот, например, из вершины 1 в вершину 2 прохода нету,
но там можно, в него можно попасть через другие вершины. Да? То есть нам четко указано направление, ну, как в виде векторов. Да? То есть нам показано направление, поэтому ориентированный. Вот. Так вот, что мы с вами здесь хотим показать? Значит, мы с вами строим длину пути, сумма по g от единицы до n, cgt, xgt. Вот. И у нас с вами вектор x, пусть вектор x у нас допустимое решение задачи. Так, значит, также в графе g у нас имеется путь, проходящий через вершины, вот они не перечислены, 0, А1, 2, А1, там, 3, А1 и так далее, да, Х1, А1, потом Х1, А1 плюс А2 и так далее. И так мы пришли до вершины B. Длина этого пути, ну, мы ее уже с вами озвучили, L от Z, это сумма по G от единицы до N, CGT, XGT. Вот. То есть, что у нас с вами получилось? У нас получилось, что любому допустимому решению задачи нашей 19-21, вот этой задачи, да, которую мы сформулировали, соответствует путь из нулевой вершины в вершину B. И длина этого пути как раз соответствует значению или равна значению целевой функции. И наоборот, да, у целевой функции мы с вами построили граф, у которого есть переход из нулевой вершины в вершину B. Да? То есть мы с вами сейчас показали, что у нас значит, кратчайший путь из нулевой вершины в конечную вершину B соответствует оптимальному решению задачи. Вот. То есть таким образом мы с вами задачу целочисленного программирования 19-21 интерпретировали в виде графов, да? Вот мы это сделали, и показали, что решение задачи, значит, задачи в математической постановке этой задачи эквивалентно решению в графах. Да? Вот таким образом. И наоборот, соответственно, если задачу на графах решать, то оптимальное решение будет решением задачи 19-21. Вот. То есть мы с вами показали, что такие задачи можно интерпретировать с помощью графов. Так. Значит, и что еще нужно сказать? Что задача, значит, целочисленного линейного программирования на максимум. Тоже, точно так же мы с вами рассмотрели задачу 19 на минимум, а задача на максимум, соответственно, аналогично поиску самого длинного пути. А все рассуждения те же самые. То есть мы задачу 19 формулируем не на минимум, да, давайте еще раз я ее покажу. Вот, не на минимум, а на максимум. Точно так же строим граф, но задача на графах будет соответствовать нахождению самого длинного пути. Вот. И также эти задачи будут между собой эквивалентны. Так, ну, а мы с вами сейчас перейдем к примерам задач, взятых из физики и экономики. Значит, здесь очень подробно останавливаться не буду. Вы сможете на презентации посмотреть поподробнее. Ну, здесь достаточно сложно. Вот. Но, тем не менее, давайте в общем, просто чтобы вы понимали, какие практические, какие прикладные задачи, да, являются задачами дискретной оптимизации, и их можно решать теми методами, которые мы в будущем посмотрим. Вот одна из таких задач – задача позиционирования. Что имеется в виду? Это физическая задача. Значит, это задача размещения микросхем, да, в монтажном пространстве одного и многоплатного субблока. Вот. Ну, то есть понятно, да, есть у нас какая-то микросхема, нам нужно расположить элементы на этой микросхеме. Вот, значит, или наоборот, у нас есть какое-то, ну, некое пространство, в котором нужно
распределить, значит, микросхемы. Да? Вот. Значит, соответственно, здесь можно вычислить количество размещений, а критерием качества в данной задаче это будет минимальная суммарная длина соединений. Вот. Ну и то, что мы говорили, интерпретация на графах. Сейчас еще на рисунках покажу вам тоже. Значит, соответственно, математическая модель этой задачи – это будет граф, да, у которого есть элементы, это наши микросхемы, и, соответственно, соединения – это дуги графа. Да? Вот, соответственно, модель монтажного пространства – это будет граф, где вершина Y соответствует установочной позиции, вот, а ребро графа отображает возможность соединения между соседними позициями. Да? Ну вот, посмотрите, вот, например, такой фрагмент схемы, вот, и модель в виде графа. Да? Вот, соответственно, наши микросхемы изображаются и соединения, которые возможны. Да? Вот такая задача. Значит, соответственно, задача-то заключается в том, чтобы так распределить элементы, чтобы протяженность соединений была минимальной. Да? Вот в этом задача как раз это задача дискретной оптимизации. Вот. Ну, здесь более подробно описано, что, значит, в чем она заключается. Значит, нам нужно найти такое отображение, при котором, вот то, что я вам сказала, да, длина соединений, и сумма всех L от ужитых будет минимальная. Да? Причем у нас с вами есть некая, значит, гамма житая, здесь цикломатическое число, то есть, ну, это некий коэффициент, который определяет расстояние и возможность, то есть, ну, провода, допустим, это же соединяется проводами, да, они определяют некоторую, то есть они имеют некоторую длину и не могут быть больше, чем задано. Поэтому вводится вот это цикломатическое число, которое корректирует возможность соединения. Но, опять же, это чисто практическая уже задача, вот, поэтому и постановка соответствующая. Вот. Так, ну и, соответственно, да, как мы уже не один раз сказали, задача заключается в том, чтобы минимизировать общую длину соединений. Так, еще одна задача, тоже физическая задача, это задача отыскания искомой конфигурации цепи. Значит, у нас есть некая цепь, значит, компоненты этой цепи, это подсистемы некоторой системы и соединения между ними. Да? Значит, соответственно, раз задача физическая, есть некие такие жизненно необходимые ограничения. Вот, например, здесь то, что соединения связывают подсистемы попарно и не должны образовывать замкнутых контуров. Да? Вот. Значит, заданы нам длины возможных соединений. Вот, значит, задано нам количество подключений к подсистеме, оно ограничено некоторой величиной k. Ну и задача заключается в том, чтобы определить такой порядок соединения подсистем, при котором суммарная длина отрезков цепи была бы минимальной. Ну, как мы и говорим, задача оптимизации у нас все время либо минимальное что-то сделать, либо максимальное. Да? То есть нам надо сделать так, чтобы суммарная длина отрезков цепи была минимальной. Такая вот задача. Ну, вот сейчас, наверное, много не очень понятных слов. Полный, взвешенный, неориентированный граф. Что это такое, я вам расскажу. Значит, пока... В общем, да, то есть у нас есть множество подсистем, это наши вершины, множество соединений, это дуги, вот, и есть веса ребер, то есть длины соединений. Соответственно, значит, каждая длина у нас определенная, и эта длина, это дает нам веса ребер. Так, значит...
Вот. Ну, здесь, здесь написано именно переход от физической интерпретации, да, уже к математической. Вот, значит, задача заключается в том, чтобы определить дерево максимального веса. Для этого надо сделать преобразование одного графа в другой, такое, что для нас будет минимальный, и заданные условия. Вот, вот такая задача. Так, еще одна задача дискретной оптимизации – это задача поиска маршрута минимальной длины между пунктами N и T, N, K, T. Мы с вами сказали о задаче Куми-Вояжора, когда речь шла о пути между городами, да? Между несколькими городами. И там мы переезжали из города в город, и нам надо, чтобы маршрут был минимальный. Вот. Здесь речь идет о двух пунктах, да? И, соответственно, нам нужно переехать, то есть найти минимальную длину между маршрута между этими пунктами. Вот. Речь идет о том, что, например, между этими пунктами, о которых мы говорим, может не быть прямой дороги. И тогда нам нужно будет перебраться из одного города в другой через другие города. И вот как раз задача заключается в том, чтобы найти маршрут минимальной длины. То есть нам нужно найти такую, да, такую цепочку, такую цепь графа, у которой будет минимальная длина. Так, значит, соответственно, нужно будет преобразование на графах, вот, сделать. Так, значит, если у нас ориентированный граф, то есть если нам указано направление, по которому мы можем двигаться из одного города в другой, то здесь будет другое преобразование. Так, вот. Ну, а мы с вами здесь все-таки нам с вами все-таки нужна математическая постановка задачи, да, и математическая постановка заключается в том, что сумма, да, всех промежуточных звеньев, то есть всех промежуточных дуг, по которым мы будем ехать из одного города в другой, будет минимальна при выполнении некоторых условий. Вот они здесь записаны, но это просто вам образец, как задачу, скажем так, жизненную, интерпретировать в математической постановке. Так, еще одна задача, мы сегодня ее упоминали, когда говорили о разных классах задач, это задача о назначении. Ну, классическая задача, да, у нас есть, значит, N исполнителей. Каждый исполнитель может выполнять одну из M работ, которые, например, фирма какая-то, да, грубо говоря, там делает ноутбуки, ремонтирует ноутбуки, ремонтирует смартфоны, ремонтирует там электронные книги и так далее. То есть есть набор из M работ, в этой фирме есть N человек, и каждый может сколько-то работ делать. Либо одну только, например, кто-то мастер только по ноутбукам, а кто-то может, допустим, чинить ноутбуки и электронные книги, к примеру. Да? Вот такая вот у нас задача. Нам с вами идет поток заказчиков. Все приходят, кто-то с ноутбуком, кто-то с чем-то, кто-то. Вот. Соответственно, мы на каждую работу можем только одного исполнителя назначить. Мы не можем себе позволить, чтобы у нас ноутбук три человека чинило, правильно? То есть у нас только один исполнитель. Вот. Ну и, соответственно, нужно сделать так, да, нам надо так распределить наших сотрудников между заказами, чтобы мы максимально все эти заказы выполнили. Да. Вот такая задача о назначении, очень жизненная задача, тоже является задачей дискретной оптимизации. Значит, что мы с вами делаем? Мы опять эту задачу интерпретируем как граф. Соответственно, все наши исполнители – это вершины графа. Работа, которую они исполняют, это множество... некоторое множество Y. Значит, ребра
в нашем графе, это назначение исполнителей на определенные работы. Да? Вот. И, значит, есть такие величины у нас, как гамма-1, способность выполнения исполнителями определенного вида работ, и, соответственно, и вторая величина гамма-2, соответствие работ исполнителям. Так? Вот, например, для четырех, да, чтобы было понятно, что это такое, вот у нас так идет распределение. То есть у нас кружочки, да, вершины нашего графа, это работы, которые нужно сделать, и Y это у нас с вами исполнители, и вот какие исполнители, какие работы могут взять. Ну, вот это просто образец, пример, какой-то, не обязательно, конечно, это ноутбуки, да? То есть просто пример, как может выглядеть такая задача. Вот, это так называемый двудольный ориентированный граф. Ориентированный, обратите внимание, потому что стрелочки, да? То есть ориентирован, когда у нас строго, то есть обратного пути нет. Вот, например, из x1 в y1 можем, то есть работу x1 может выполнить исполнитель y1, но наоборот не получается, да, то есть вот. Так вот, соответственно, нам нужно, значит, нужно найти такое распределение работ, чтобы мы выполнили максимальное количество заказов. Так. Да, ну вот оно в виде математической постановки. Это вот задача на максимум в данном случае, потому что мы хотим обработать максимальное количество заказов. Вот, выполнено условие здесь для графов, оно записано. Ну, а что такое паросочетание и как с ними себя вести, мы в следующий раз с вами поговорим. Вот. Ну вот, здесь приведен один из вариантов решения. Да? То есть работу x1 мы дадим исполнителю y2, работу x2 дадим исполнителю y1, работу x3 дадим исполнителю y3, и работу x4 дадим исполнителю y4. Таким образом, 4 исполнителя выполнят 4 заказа, и каждый будет делать то, что он лучше умеет, скажем так, да, и, соответственно, мы выполним все заказы, и клиенты будут довольны. Так, ну и еще одна задача, она называется выделение подсистемы и системы иерархически связанных объектов. Да? Вот такая задача, значит, что здесь имеется в виду? То есть у нас с вами есть набор... Ну, давайте на тех же заявках, да? То есть у нас с вами есть набор заявок, и эти заявки имеют некий приоритет. Ну, например, в таком смысле, что нам принесли с вами... То есть мы заявки будем выполнять по мере, скажем так, поступления. Допустим, вот это вот будет такая иерархия, да? То есть, ну, чтобы кто первый принес, того и будем обслуживать. Но ведь может быть такая ситуация, вот нам принесли починить ноутбук, а у нас с вами вот в конкретной данной ситуации нет ни одного исполнителя, кто может чинить ноутбуки. Вот, а он, значит, следом нам, допустим, принесли телефон, и мы тогда меняем несколько приоритет. У нас есть исполнитель, который готов починить телефон, а ноутбук будет ждать, когда к нему придут тот, кто его может починить. Да? То есть вот нам надо с вами так эту иерархию перестроить, чтобы, тем не менее, мы все равно с вами всех заказчиков смогли... всем заказчикам смогли работу выполнить, да, и чтобы они остались довольны. Вот такая вот задача тоже может быть. Вот. Здесь тоже она может быть интерпретирована как граф. Вот. И вот, значит, смотрите, здесь
О – это множество объектов, С – множество потоков информации, которые идет, ну, в нашем случае, множество заказов, да, и, соответственно, веса ребер – это приоритеты. То есть, посмотрите, вот, ну, это как варианты построения, да, то есть, какие бывают модели, вот, ну, и, соответственно, цифры над стрелками – это приоритеты, ну, потоков информации или потоков заказа, неважно, да. Вот, вот так представляю, ну, это как я говорю, это как пример, вариант представления в виде графа задачи. Вот. И, значит, соответственно, нужно сделать так, чтобы за, там, допустим, минимальное время обслужить как можно больше клиентов, или вот за минимальное время распределить информацию так, чтобы... Она, ну, то есть нужные люди получили нужную, да, информацию. И еще один пример этих же задач – это вот работа колл-центров. Знаете, да, сейчас очень много колл-центров. Иногда говорят, ну, там столько людей сидит, а дозвониться невозможно. Ну, вот примерно вот здесь вот все описывается. То есть как идет, когда идет сигнал, да, мы, соответственно, приоритет, если есть свободный оператор, он нам тут же отвечает. Да? Если, значит, нет, то у нас там ждите минуту, ждите 2 минуты, 3 минуты, ну это как кому как повезет. И первый свободный вам ответит. Соответственно, вот это та же самая интерпретация тоже может быть записана в виде таких ориентированных графов. И почему ориентированный? У нас, когда человек в колл-центр позвонил, ну это вот в этой модели, да, у нас не предполагается, что если он сбросит, то ему перезвонят. То есть у нас на колл-центр настолько загруженный, что мы в одностороннем порядке звоним. Поэтому от человека в колл-центр, а обратно не перезванивают. Соответственно, если мы рассмотрим такую ситуацию, когда есть возможность перезвонить, то граф уже будет неориентированный. Тогда человек может просто сбросить, грубо говоря, у оператора, освободившегося, останется пропущенный звонок, и он перезванивает. Да? В таком случае у нас информация идет и в одну сторону, и в другую. Тогда у нас граф будет неориентированный. Так, ну и завершая нашу сегодняшнюю лекцию, да, здесь мы приходим к формальной постановке. Вот, ну, сейчас она нас не очень интересует, нас больше интересовало вот это вот графическое изображение задач. Ну вот, это, естественно, далеко не все задачи. Я постаралась выбрать наиболее такие жизненные, наиболее интересные для вас примеры, чтобы вы понимали, какие задачи можно решать методами дискретной оптимизации. Естественно, в дальнейшем мы с вами не будем про каждую задачу говорить о ее прикладном характере. Дальше мы будем работать с математическими моделями. Вот. Здесь вот именно во введении я хотела вам показать, чтобы вы понимали, да, откуда какие задачи берутся. И если вам в вашей какой-то научной работе или, может быть, в дальнейшем, когда вы уже будете работать, потребуются, да, задачи такого типа, потребуется решить, или вы встретите такие задачи, чтобы вы имели представление, к каким классам они относятся. Ну, а в будущем узнаете методы решения. Так, на сегодня все. И немножечко, чтобы все слышали, организационный момент, подходили ребята, да, в перерыве, спросили. Значит, я вам сказала, что две контрольные. Значит, с следующего раза у нас лекции будут построены таким образом. Примерно до перерыва мы будем теоретическую часть разбирать и вторую часть практическую, то есть будем решать задачи. Постараюсь, чтобы все лекции до конца так и были. Лекция-семинар. Так вот, по мотивам практических заданий, да, ну, такого же типа, будут на контрольной. Контрольная будет после пятой лекции, ну, после пятого занятия, скажем так, и после десятого, то есть в середине и в конце. Вот, если ничего не изменится, то вот по такому плану работаем. Вот. Так что, так, все, сегодня все. Спасибо за внимание. До свидания.